Мы поднимаемся на гору Каура. Путь порядка 2-2.5 километров. Вот, естественно, в жару километры можно умножить смело на 5. Вот идти очень тяжело. Вот была идея встречать рассвет, но что-то она как-то испарилась. Хотя была очень хорошая. Но с другой стороны, в темноте тут не подняться. Первый раз. Вот. Так что. Вот такая тропинка. Подъем на гору Кора занял почти 2 часа. В такую жару это было довольно сложно, но мы справились. Ура! На острове очень много смотровых площадок. На почти все из них можно доехать на мопеде, кроме вот этой.